Тренерский штаб сборной России определился составом на Кубок Первого канала. От ярославского «Локомотива» на сборы едут Анисимов, Аверин, Плотников. Все играют в нападении. Стало неожиданностью отсутствие в списке вратарей Семена Варламова. Видимо, Белиль Единов решил не подвергать риску игрока сборной из-за небольшой травмы, полученной в игре против ЦСКА. Не появился Варламов и на важной встрече с московским «Динамо», прошедшей накануне в Лужниках. Вместо него играл Кертис Сентфорд. В середине второго периода ярославцы проигрывали 3-0, и только шайба Анисимова помогла избежать очередного сухого поражения от прошлогоднего чемпиона КХЛ.